Доброе Майя. утро. Доброе утро. Я думал, ты обрадуешься. Ведь ты всегда ко мне приходишь. На этот раз решила я прийти к тебе. Рад тебя видеть. Джунейд, что это с тобой со вчерашнего дня? Я что-то не так сделала? Я не с той ноги встал. Я тоже. Потому что я что-то сделала. Знаю, ты разозлишься, но я не могу тебе не сказать об этом. Слушаю, я вчера увиделась с Селимом. Ты сразу не злись, я была вынуждена это сделать. Он возвращается на родину. Он хотел со мной попрощаться. Он вручил мне свадебный подарок. Он купил нам сувениры от сглаза. Спасибо ему. Да, я знаю, иногда он бывает резким человеком, но он очень хороший друг. Да, он очень хороший друг. Иди ко мне. И что это сейчас случилось? Да ничего. Просто я придурок. Я люблю тебя. Благодарю. Пей на здоровье. Сегодня сделаем свадебную постель? Да, сделаем. Это должен сделать тот, кто счастлив в браке. Давай позовем Йилдус. Они ведь с Ферманом очень счастливы, они привязаны друг к другу. Может, Йилдус сделает, а? Не стоит, мы все сделаем. У Йилдус сегодня дела. Ты ведь положила белье в комнату Фариды, да? Когда Джунейд уйдет, все сделаем. Мне кажется, что мой сын женится. Где же эта предсвадебная суматоха-то? Доброе утро, сынок, садись. Ты на работу идешь? Да, тетя Назира, а что? А, я пойду проверю твою комнату, все ли там нормально. Ну давай, иди. Ну не грусти, матушка. Я поговорил с Фаридой, все нормально. Вы поговорили? Я даже не начал диалог, она мне сразу сказала, что встретилась с Селимом. И почему он позвал ее? Селим, возвращайся на родину. Он хотел с ней попрощаться, вручил ей подарок. Матушка, ну ты-то хотя бы не начинай. И сестре моей скажи, пусть она не продолжает все эти свои безумства. О, я как раз искал тебя. Что не так с Мехмед Кемалем? Он тебе сказал? Мы говорили с ним. У него все нормально. Молодость, сами понимаете. Это с Хандан связано? Да. Но они уже все уладили. Я, пожалуй, пойду. Мы с Тунчем поедем деньги забирать. Увидимся в офисе, отец. Увидимся. Назира сказала собраться, я поэтому достала чемодан. Не надо, дорогая, мы все соберем, чтобы складок не было. Хорошо. Сестра, я закину это в стиралку и приду, хорошо? Хорошо. О, невеста, добро пожаловать в комнату, добро пожаловать. Фарида, эта комната огроменна. Знаешь, сестра Зухра, этой комнаты не хватит до рождения внука. Матушка? Назош, здесь кто-нибудь есть? С
Стоило только подумать о ней, она тут как тут. Мы здесь, сестра Илдес. Я встречу ее. Матушка. Пойдем-ка со мной внутрь. Давай-давай, заходи. Не смей ничего делать, Йилдиз. Джунейд поговорил с Фаридой, они все решили. Как они все решили? Джунейд даже не спросил, Фарида уже все ему рассказала. Селим возвращается на родину, они прощались. Он вручил ей свадебный подарок. После этого Джунейд очень успокоился, услышав это. Ты тоже замолчи. Нет, я не успокоюсь, я поговорю с Фаридой. Мы делаем свадебную кровать, почему ты понять этого не можешь? Успокойся! Матушка, мы допустим большую ошибку, если будем просто ждать и ничего не делать. Йилдиз, эта тема закрыта. Я больше не хочу ничего слышать по этому поводу. Если ты не хочешь потерять Джунейда, заткни пасть. Пойдем. Ой, клянусь, прекрасно получилось. Подушки великолепные. Еще 1000 покрывал поменяешь. Надеюсь. Приветствую. Привет, сестра Йилдиз. Боже мой, кто же это? Боже мой, пришла я, пришла. Привет, мой хороший, привет, Назош. Кто здесь, кого нет? Да женщины все здесь, готовимся к свадьбе. Привет, кузен. Привет, кузина. Хотел поинтересоваться, нужна ли вам помощь? Нет, у нас все готово. Ну а ты сама-то готова? Не готова. Вчера Фарида встретилась с Селимом, и Джунейд это нормально принял. Йилдиз, может хватит тебе этим заниматься? Эх, Тунчи, ты туда же, да? Тунч, рада тебя видеть, взаимно. Я тебе чай принесу. Я бы выпил тот. Нет-нет, это Фариди, но он уже остыл. Тебе Назира новый принесет. Ох, боже... Назира, Назор, все нормально? Что случилось? Что это за звуки? Видимо, Назира что-то опрокинула на кухне. Посмотрю-ка. Мама Зухра, что случилось? Ничего страшного, посуда поломалась, на счастье. Ладно. Ой, подожди. Не пей это. Назира тебе новый принесет. Да нет, ничего страшного, мама Зухра, я выпью. Фарида? Доброе утро. Седьмая серия. Джунейд? Джунейд пришел похищать любимую. Ну же, вставай, мы уходим. Куда мы рано утром-то уходим? Фарида, слишком много вопросов, давай. Ну хотя бы дай я переоденусь. Послушай, либо мы сейчас уходим, либо я со всей дури закричу, что я люблю тебя. Ладно, ладно, ладно. Фарида, ну же, ну же. Меня обрадовало то, что вы встречаете меня у двери. Доброе утро, простофиля. Привет, братец. Привет. Привет, дорогая. Брат, вы на спорт, да? Брат, ты ее в таком виде похищаешь? Кемаль. Пошел, пошел, пошел. Прошу. Всего доброго.
Любимый, что ты сделал? Я сделал нам завтрак. Словно мы завтракаем у нас в саду. Это ведь моя мечта. Я со своей красивой женушкой в саду нашего дома буду завтракать. С женушкой? Моя жена меня ручками балует. Ты намазалась лаком? Не подошло, что ли? Нет, очень подошло. Ну, то есть, лучше, чем было раньше. То, что раньше тебе не нравилось? Ты мне всегда и в любом виде нравишься. Для этого не нужно ничего мазать на свои красивые мягкие руки. Джунейд, может, пойдем уже? Пока не съем этот джем, никуда не пойду. Но это последний, договорились? Послушай, мы очень опаздываем. Мне нужно идти. Зухра Хатун знает об этом. Она справится. Ты сказал маме Зухре? То есть она знает, что мы здесь один на один? Да, что в этом такого? Ну, Джунейд, ну... Покраснела. Какая же ты у меня стеснительная. Это ведь лучше, чем врать, да? Да, именно так. Давай еще немножечко посидим. Джунейд, нет, давай все же пойдем. Нельзя маму Зухру в неловкое положение ставить. Мне нужно быть там до того, как это заметит господин Осман. Ладно. Пусть будет так, как ты хочешь. Какой отдых? Она, по-твоему, отдых заслужила? Сделала пару вещей, и все, можно отдыхать? Столько лет пьет нашу воду и ест нашу еду. Пятая серия. Я могу войти? Как ты? Нормально, ты? Да не совсем. Потому что любимая женщина, на которой я хотел жениться, сделала шаг назад. Все не так, Джунейд. Ну а как? Почему ты не позволила мне поговорить с отцом? Ты боишься моего отца, я знаю. Но я столько раз тебе говорил. Даже если отец будет против, меня это не волнует. Рано или поздно он узнает правду. Проблема не в этом. Проблема во мне. Джунейд, ты... Почему? Почему хочешь на мне жениться? Что это за вопрос такой? Я много думала. Всю ночь я думала. Мы с тобой такие разные. Ты всю ночь об этом думала, да? Только вчера ночью ты поняла, какие мы разные, да? А за ночь до этого ты решила не выходить за меня, да? А сейчас это... Да, но... Я не подхожу тебе, Джунейд. Ты достоин большего, Фарида. Лучше тебя никого нет. Я люблю тебя, почему ты не можешь этого понять? Не могу. Потому что я девушка, которая годами помогала твоя мама, и которая в итоге осталась ни с чем. Я даже в университет не попала. Я не знаю, как себя вести. Как вести себя в определенных ситуациях. Прими это, Джунейд. Я не подхожу тебе. Жаль. Если из-за меня ты начала так думать, значит я подонок. Нет. Ты ничего не сделал.
Смотри на меня. В глаза мне. Мои глаза, кроме тебя, никого больше не видят. Что ты где делала, где училась, меня это не волнует. Я люблю тебя. Потому что ты — это ты. Ты проходи, Хандан, я скоро подойду. Добрый день, дядя Осман. И вам тоже добрый день, мама Зухра. Тебе тоже добрый день, Хандан. Рада тебя видеть. Я тоже вас рада видеть. Я проведаю сестру Юлдыз. Госпожа Зухра, скажи Мехмед Кемалю, что больше не звал ее сюда. Нет ни помолвки, ни свадьбы, но она каждый день здесь. Потом ее отец что-то не так скажет, проблемы нам не нужны. Я поеду в офис. Дочка, куртку принеси. Хорошо, отец. Ну, мама, расскажи, что произошло. Отец сказал очень грубые слова про Фариду, очень. И что он сказал? Что она годами пьет и кушает на наши деньги просто так. Ой, мне так стыдно стало. Боже мой. Она, наверное, ужасно себя чувствовала. Какой позор. Подожди еще. Он назвал ее служанкой. Ой, Фрида точно услышала. Ой, не могу поверить. Ну так-то нельзя. И не говори, Элдес. И не говори. Мама. Где Фарида? Не знаю. Наверное, в своей комнате. Мама. Не будем пока отцу рассказывать о наших чувствах, хорошо? Почему? Ты изменил свое решение? Не я. Фариде нужно время. Она просит подождать. Подождем. Ладно, сынок, как тебе будет угодно. Я пойду. Мама. Береги Фариду, хорошо? Ты за Фариду не переживай. Увидимся. Увидимся, сынок. Пахнет очень вкусно. Тебе я тоже сделала. Ты моя единственная, моя сладкая. Фариде! 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 Да, мать Зухра. Как ты могла мне соврать, Фарида? Мама, какое вранье, о чем ты говоришь? Где ты была вчера ночью? Отвечай! Она была у Эбру, успокойся. Ха, у Эбру она была. Видимо, это другая Эбру. Только что разговаривала с мамой Эбру. Никакой операции не было, ничего. Ты впервые меня очень разочаровала, Фарида. Очень разочаровала. Судя по тому, что ты молчишь и не можешь сказать ни слова, видно, ты сделала что-то не то. Как ты могла так со мной поступить, Фарида? Как могла? Фарида, рассказывай, дорогуша, почему ты соврала, а? У тебя точно есть причина. Лучше расскажи, чтобы мама успокоилась. Не надо ее утруждать, Илдес, в моих глазах она упала. Я доверилась ей, всегда защищала ее, а она что сделала? Обманула меня. Молчи. Одним плачем не отделаешься.
Ты расскажешь мне, где ты была вчера вечером и с кем? Быстро рассказывай мне все. Мама. Что такое? Тебя со двора слышно. Не лезь, Джунейд. Это между мной и Фаридой. Говори, с кем ты была. Отвечай! Джунейд, ты ведь вчера ее подвез, не так ли? Так она Никебру, оказывается, поехала. Она нам всем соврала. Кто знает, что она тебе наговорила. Куда ты ее отвез? Никуда не отвез. Фарида была со мной, мама. Что? Она никому не шла. Всю ночь мы были вместе. Сегодня на ужине я хотел вам сказать. Но, к сожалению, придется сейчас. Вчера вечером я сделал предложение Фариде. И она согласилась. Мы поженимся. Кто поженится? Ой, знаете, я не буду врать, я очень рада. Джунейд, поздравляю, наконец-то нашел правильную девушку. Вы посмотрите на них, как они подходят друг к другу. Мама? Скажи что-нибудь, чего ты молчишь-то? Что я могу сказать, доченька? Я в шоке. Я никогда не задумывалась о подобном. Действительно. Почему мы не замечали? Как вы от нас все это скрывали? Я знаю, это он все хитрец. Но, Фарида, ты тоже хорошо скрывала. Я говорю, что они наконец нашли друг друга. Ты ничего не скажешь, мама? Что мне сказать, Джунейд? Например, ты можешь сказать, что рада за нас, как сестра. Ну или же обнять невестку и поцеловать ее. Потому что она в надежде слышать от тебя что-то хорошее, смотрит тебе в глаза. Джунейд, я от шока потеряла дар речи. Пожалуйста, войди в мое положение тоже. Мама, я люблю Фариду. Мы счастливы. Пожалуйста, будь счастлива за нас. Приятного аппетита. Спасибо, Назош.
Мама Зухра. Пока ты молчишь, мне как-то не по себе становится. Клянусь, я не сделал ничего плохого. Я не хотел тебя разочаровывать. Но я знаю, доченька, у тебя такое чистое сердце, что ты достойна всего самого лучшего. Мой сын самый достойный человек, которого ты могла встретить. Елдыс права, вы дополняете друг друга. Да не знаю как. Вы так сказали, я что-то дар речи потеряла. Это не от несчастья, это скорее от удивления. Иди. Иди сюда, моя дорогая доченька. Ну, кузен? Ты ничего не скажешь? Что я могу сказать? Счастья вам. Вечером я поговорю с отцом и решу это дело. Ой, нет, не смей, Джунейд. Сначала я поговорю с твоим отцом. Что это значит? Ты же знаешь своего отца. Скажешь ему это, он как-то разозлится, чего-то не того наговорит. Я боюсь, что он вас обидит, сынок. Давай сначала я поговорю, а потом ты, хорошо? Ладно. Но немедленно поговори. Не хочу, чтобы это дело затянулось. Да, кузен. Пойдем. Увидимся.